19 марта в порт Баку Мол в рамках весеннего фестиваля, посвященного празднику Новруз, состоялась презентация новой коллекции от Нахыш Ательер, которая олицетворяет приход весны. Оценить коллекцию и полюбоваться изысканными платьями пришли звезды эстрады и телевидения, представители блог-сферы и Бамонда. Приветствуя гостей, дизайнер Самра Ахундова рассказала о работе ателье над национальными нарядами, каждый из которых является миниатюрным воплощением одного из уголков Азербайджана. Она отметила, что именно работа над костюмами, олицетворяющими богатое наследие регионов нашей страны, вдохновила ателье на создание новой коллекции, часть которой была продемонстрирована публике. У нас в коллекции 30 платьев. Каждое платье по отдельности как произведение искусства, я так считаю, потому что у нас работали художники над ручными работами. Каждое платье примерно в течение 3 месяцев полностью, то есть в готовом состоянии, то есть производство уже готово завершалось. Качество ткани мы в основном привозим из Милана, из Парижа. А ручные работы – это сваровские камни или же бисер, тоже все привозное. Струящиеся ткани, напоминающие яркие лепестки весенних цветов и изумительные декоры, воодушевили публику. Зрители остались под большим впечатлением. Модель из птиц была с голубями, более такая, да, творческая. Ну вот, например, эта модель мне почему больше понравилась? По колориту, и как птицы все-таки как-то оригинальное что-то было, да, там. Вот, понравилось. Отметим, что это уже второй показ коллекции ателье, и останавливаться на достигнутом команда Самры Ахундовой не собирается. Дизайнер пообещала радовать ценителей ее творчества новыми модными показами. Рустам Мамедов, Виссал Тагиев, Гумбат Мамедов, Азартач.